В субботу ивантеевцы с удивлением увидели дорожную технику на студенческом проезде рядом с администрацией. Бригада срезала асфальт, готовя улицу к дорожным работам. Возмущение горожан разделил и Дмитрий Чинихин, заместитель руководителя администрации, который заметил, что начинать работы на студенческом, не завершив работы на центральном проезде, это, мягко говоря, неправильно. В дождливую погоду работы были прекращены и возобновились сегодня, в понедельник. 2 дня, обещают дорожники. Пока поймали погоду, сегодня и завтра, в том числе и ночью, будут доделывать центральный проезд. А в среду, если все пойдет по плану, студенческий. Мосавтодор уведомил городские власти о том, что при такой погоде до минус 10 качество покрытия будет требуемым. В отличие от уложенного в снег 3 ноября и удаленного сегодня. Как сказали рабочие фирмы «Трансстройсервис», покрытие признано некачественным. Специалистам администрации останется только проследить после зимы за состоянием отремонтированных участков и в случае необходимости напомнить о гарантиях.